Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас второй праздничный пасхальный день. Я всегда думала, что он один, только Пасха. Но в Беларуси я узнала, что этих дня три. Мне Лена показывает три. Тут Лена, я не одна еду. Вот, и сегодня светит солнце, сегодня тепло, хорошо. Утро было холодное, как всегда. А тут погода распогодилась. Думаю, раз у нас три дня, тут ничего делать не надо, праздник надо отмечать. Вчера я накаталась, ух, только где не была. Вечером была у меня Елена, мы так чуть посидели. Сегодня мы съездим на святой источник, наберем водицы, погуляем, насладимся солнышком. И поедем есть к Елене. Там перекусим и поедем гулять дальше. И будут у нас настоящие праздничные выходные. Ура! А у Лены опять Новый год. Запрещают вырубать елки. А смотрите, что. Вырубка шла. Ну так жалко. Все, убили елочку. Ну да, и хорошая. Кончик большой ели. Так ладно, елочка, тут еще можжевельника куча валяется. Был бы Новый год, можно вообще. Да, очень актуально, уже готовые. Она такая красивая. А причем, если, наверное, ты уже срубленную вот такую возьмешь, она же будет штраф. Даже не знаю. Мне кажется. Докажи, что ты взяла срубленную. Да, кстати, не докажешь. Угу. Бедная. Да причем такая хорошая, ровненькая елочка. Хорошая, она идеальная вообще. Да, они уж не боятся нас. Птицы там поют еще. Угу. Чистейшая водичка. Когда приезжаешь, уезжать потом не хочется, да? Ну да, сказочное место. Бабочки. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо.
Здесь просто чудесно. Надо было вообще с собой домой какие-нибудь бутеры брать, чай, кофе и отдыхать здесь, да? Кто знал, что так распогодится? Когда еще такая погода будет? Да. Я надеюсь, что будет. Хватит уже дождей, хватит нам. Будет ли у нас время, возможно? Но она все, ну не только меня, у всех знает. Она меня не знает. Почему познакомься? Боязно мне с ней знакомиться. Маша, это Таня, Таня, это Маша. Меня Таня зовут. Давайте с вами познакомимся. Маш, дружить будем? Нет, с вами. Да, меня Таня зовут, а вас? Таня, Дима. Очень приятно, Дмитрий. Елена Батькова. А Елена Батькова-то мы уже давно, давно все знаем. Чего ты хороша? Красивая. Да. Старая уже. Ой, ей это не портит. Работает? Нет. Уже не запрягают. Они и так просто вот выпустят. Ага. Ладно, поживаю. Приятного аппетита, Машка. Жалко, нечем тебя угостить. Хорошая нет. Как будто всю жизнь тебя ждал, Лен. Вот чей? Кто лаял он тогда. Чей-то? Да, у него еще есть друг, собака рыжий большой. Ну, не худой. Что не, ты? Он не хозяева тебе тут. Тебе скучно. Ой, ты маленький. Многие писали, что это щенок, а я говорю, это взрослая собака. Это когда взрослая? Я снимала еще полгода назад, это взрослая собака, нет. Ой, просто порода такая маленькая. Два щеночек. Иди, мой хороший. Иди сюда. Да. Ты мой звездный. Я же его уже не первый раз снимаю. Все говорят, это щенок. Я говорю, да не щенок, это взрослая собака, которая до старости щенок. Ну да, маленькая собачка до старости. Ну все, рады были повидаться. Добрый собачка, добрый. Ты такой маленький, я бы такого хотела, тебя легко прокормить. Thank you.
Да, хорошо здесь весной, друзья, просто рай. А где-то вон там, за теми деревьицами, должен лежать плот, на котором я сплавлялась по этой реке, если кто-то из вас помнит. Да, думаю, там и лежит. Аккумулятор тем временем садится безудержно, быстро. Спасибо всем, 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 кто с нами сегодня наслаждался хорошей погодой, цветами, ручьями. Пусть все у вас будет очень хорошо. Благодарю вас всех. Попрощалась я уже с вами. Иду обратно к машине и нахожу вот этот чудесный камушек в виде сердечка. Да, природа любит меня, камни точно. У меня их целая коллекция.